Всем привет! Вы смотрите «Распаковку». Но прежде чем мы сегодня начнем, скажите, кто из вас носит часы? Давайте колитесь, кто носит часы? Я вот, как видите, не ношу, но для сегодняшнего выпуска сделаю исключение. Будем носить часы! Потому что сегодня на нашем столе Assassin's Creed Syndicate, издание Big Ben. Ну что же, по Карибским морям мы уже поплавали, революцию во Франции устроили. Теперь действие переносится в викторианский Лондон, середина 19 века. Кстати, это первая часть Assassin's Creed с двумя главными героями, между которыми можно переключаться в любой момент. Как видите, здесь у нас днище. В смысле не жизни, а коробки, где больше всего всяких приятных мелочей. Например, вот такая картина с типичным пейзажем Лондона. Приветливая, как Маргарет Тэтчер. И теплая, как отношения Великобритании и Российской империи, ну вот примерно в это же самое время. На обратной стороне у нас обращение разработчиков, автографы арт-директора и художника концептов, а также порядковый номер издания. Все-таки это ограниченный тираж, как-никак. Подарок на Рождество? О, а вот это бонус так бонус. Металлическая фляжка с отвинчивающейся крышкой. Намек на то, что главные герои игры, Джейкоб и Иви, будут много времени проводить в таверне, потому что там можно и миссию получить, и навыки улучшить. Ну а с помощью вот этой полезной штуки вы можете сделать свою игру еще более увлекательной, веселой, и за это нужно... Ладно, ладно. Да, тут еще куча всего. Давайте продолжим. В этой ячейке у нас металлический бокс. Деталь стандартная, но оформлена неплохо. Все надписи и символы выгравированы. А внутри у нас... Господи. Конечно, я прекрасно знаю, что никакой игры в этом издании нету. Она идет отдельно. А вот если бы не знал, наверное, ёкнуло бы. Ну и классика жанра. Артбук с красивыми картинками. Здесь зарисованы как знаковые декорации, так и многочисленные персонажи игры. А колоритных личностей тут полно. Есть Чарльз Дарвин, Чарльз Диккенс, даже Карл Маркс. Чувствую, от него мы узнаем много нового о влиянии мирового пролетариата на многовековую, изнурительную борьбу тамплиеров и ассасинов. Скажите, готовы ли вы протянуть руку нуждающимся рабочему классу? Мы согласны. Может, для начала обсудить это? А, к черту, согласны. Разумеется, какое же подарочное издание без диска с саундтреком? А еще здесь есть вот такая огромная карта Лондона. А, Вестминстерское аббатство. Знаете, когда-то я стоял с друзьями вот на этом мосту, и мы бросали камушки в Темзу. Они с хрустом разбивались о поверхность реки, а потом их уносило течение. К счастью, в 1868 году Темза еще не была такой загаженной, так что главные герои даже смогут не плавать. Наверное. И, наконец, барабанная дробь самая интересная. Внутри этой грандиозной коробки скрывается фигурка. Но вот вопрос. Как ее открыть без помощи ассасинского арсенала? Все очень просто. Вот этот гигантский циферблат на магните. Можете повесить его на холодильник и отмечать, сколько раз по ночам вы лазали туда за колбасой. Открываем створки, и там! Вот он, Джейкоб Фрай. Брутальный малый, который покорит столицу Британии, станет видным авторитетом у уличных банд и непременно замочит всех ассасинов. Тут просто без вариантов. Фигурка большая, но при этом достаточно легкая. Детализация у нее на уровне. Правда, портретного сходства с главным героем у этого парня, мягко говоря, немного. Он больше похож на такого немного уставшего телеведущего. Он стоит на сцене в такой пафосной позе, внизу беснуются зрители. А он смотрит на них и думает: «Господи, как же вы меня все достали». «Отправляйтесь туда немедленно». Хотите присоединиться? Что же, вот такая коллекционка замечательной игры.
Assassin's Creed Syndicate уже вышел на консолях, и оценки ей ставят весьма высокие, а очень скоро, 19 ноября, она выйдет на компьютерах. И за это стоит... Да нет, уже пора! Будьте здоровы! И подписывайтесь на наш канал.